Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Сегодня мы посмотрим с вами Assassin's Creed Syndicate. Первое впечатление, первый запуск игры, ничего не знаю. Даже не знаю, каким будет этот рэп-пак. Давайте смотреть. При создании этой игры пользовались разработчики вдохновением от не совсем удавшегося Assassin's Creed Unity. Поэтому будем надеяться, что... Продолжить? Серьезно? С какого перепуга? Ладно, давайте продолжать. Я, по-моему, только игру запустил. Ну ладно. Кто ты такой? Что ты тут делаешь? Не знаю, сейчас посмотрим, может это... Ну, фишка такая. Это реально, это первый запуск игры. Хочется же посмотреть предысторию, там все дела, нет? Или лень было рисовать? Здесь делают железо. Руководит Руперт Феррис, тамплиер, наша главная цель. Вторая цель — сэр Дэвид Брюстер. То, что у него есть, может стоить нам победы в войне. Ну что, вы справитесь? Не вопрос. Да, конечно, простите. Леди и джентльмены, Ковен Гарден представляет неудержимых близнецов Фрай. Ясно, понятно. Джордж, правда, я изучила план лаборатории, все под контролем. Подумаешь, у меня и так. Нет проблем. Я передам привет Феррису. Потом поговорим, это наш поезд. Джейкоб! Иви! Пусть Кредо укажет вам путь. Бедняга, трясется от страха. Годы его не щадят. Иви Фрай, тебе не стыдно? Беру пример с тебя, Джейкоб. Капец вы нахуй. Ладно. Удачи. Не помри. Так орать! Это мешает остальным работать! Угомоните его! И живо почините машину! А мне нужен опий от головы! Опий. Я тебя вылечу. Так, ну для начала звук. Звук тут, сука, очень громкий. Музыку вообще долой. Ну, я думаю, как-то так будет нормально. Ладно, поехали. 30 FPS на моей системе, средние, низкие настройки.
Замок. Эй, что ты делаешь? Хватит, не то схлопочешь! Угу, то есть мануфактура, нельзя, да? Нельзя ни наружу, ни внутрь, коли не беда. Остановлю машину. Дверь откроют, и я попаду к Феррису. Значит, так и поступим, чё? Вывести из строя. Каким образом? Да, я на высоте. Да, озвучка говно. Быстрее, шевели поршнями. Нам конец! Чините их! Скорей! Пока не пришли! Феррис всех накажет! Что стряслось? Признавайтесь, кто это сделал! Это не... Ты кто? Санитарный инспектор. У вас тут труп? Это ты труп! Беги к вам! Тебе конец! Ты будешь умолять о пощаде! Лутать их нельзя. Только нести. Свалите с дороги одинаковые. Феррис, я иду. Пора подняться выше. Пока что клише на клише на клише. Ага, то есть ограничение в пространстве. Ну спасибо. Причем вообще полное. Я не могу лазать. По железкам тоже. Ага, только там прыжок получается. Ну ладно. Чё-то это все напоминает дебильную идею со времен второго Assassin's Creed, где были эти суперские башни, которые я ненавидел до ужаса. Же херня, да? А ну стой! Я тебя расчленять! Ты меня будешь расчленять, серьезно, да? Давай не будешь ты меня расчленять, ладно, пойду я. Здесь кабинет мистера Ферриса, а он с вас глаз не спустит. Лучше его не разочаровывать. Зря ты со мной связался! Оттуда везут железо! За работу! Я думал, кто работает, тот ест. Оказывается, нет. Думаешь, ты там в безопасности? Мадам. Ты ж меня не видишь. Здесь кабинет мистера Ферриса.
Да, что-то тут. Я не вижу способа как-то аккуратно тут подняться, ну то есть аккуратно пройти это место. Давай подеремся. Мне не поздоровилось? Ага. Ладно, пойду я. Пока крайне и крайне скучно. Такое чувство, как будто я играю в демку. Давай, лезь наверх. Что? Камера? Знаете, я вот просто иду, и я не знаю, что тут комментировать. Пока что капец как скучно. Я в первую очередь скачал его, потому что это следующая игра после Assassin's Creed Rogue. Мистер Феррис, сэр. Которая мне капец как понравилась. Там одного рабочего с завода надо бы отнести на перевязку. Но это... Ладно. Но только за его счет. Да, сэр. Ой, блин. Тупо врагов понаставили, конечно. Мы договоримся о цене, да, мистер Феррис? Ты как это услышал вообще? Сейчас будет Totally Assassination. Просто пойду в лоб. Давай. Ну, ты у меня попляшешь. Отделайте его. Не, ну, добивание красивое, конечно.
понимаю, почем тут можно лазить, почем нельзя. Жарковато тут. Внимание! Нарушитель! Оп! Да никуда он не побежал, что ты тут это вот нервничаешь. Ну, боевка неплохая, боевка мне нравится. Хоть и тупое закликивание, но... Ну, прикольно. Комбо в 35 ударов. Та-да-дам, та-дам, та-да-да-дам, та-да. Чё такое? Чё случилось? Чё вы нервные-то такие? Ай, карабкайся. Да карабкайся. Пишите. Сэр, я рад сообщить вам, что мне удалось взять под контроль месторождение железной руды, прибыли от которого хватит на долгие годы. Ресурсов достаточно для постройки нескольких поездов. Стоит посвятить меня в рыцари. Это писать не надо. Фуицари. Надеюсь, эта новость... Посвятить тебя, блядь. Все кончено. Да? О! И что же именно кончено? Ну? Отсылка к первому Криду. Машина Сарика лишилась одного винтика. Пусть важного, но одного. Ваш великий магистр падет. Вы, ассасины, можете кружить по Лондону, сколько вам вздумается. Механизм, который мы создали, существует уже тысячи лет. И просуществует столько же. Потому что это сам город. Мы вырвем этот город из ваших лап. Сомневаюсь. Ты таишься в тенях Кройдена, как трус. Ты не сможешь. Рекоиска тем паче. О, перо. Да-да-да, отсылка именно к первому Криду. Перья эти, сценки, прикольно. Этого не хватало. Ладно, пойду я. Но по-прежнему скучно, и пока какой-то сюжетной подоплёки я в этом не вижу. То есть Лондон... Время мануфактуры. Блин. Окей. Промышленный переворот. Ну, наверняка за этим всем стоят тамплиеры и какая-то... Ассасин! Убить его! За ним! Точно! Прыг! Да прыгай ты, ёб твою мать! Да блин! Давай не будем! Смог. А не, это еще не все. Ух вы. Что, не выдержали, да? Ничего.
идиоты. А, похоже, у нас неплановая остановка. Этот сарказм был неуместен. Причем настолько, насколько это вообще возможно. А чё он начал лезть вниз-то, я не понял. Я бы по логике начал лезть вверх. Пожалуй, в следующий раз пешком. Не смешно. Так. Это, я так понял, его сестра. Иви Фрай. Сейчас посмотрим, что за задание ей досталось. Нам уже доводилось играть за женщину в серии Assassin's Creed. Для тех, кто не в курсе, Assassin's Creed Liberation. Что это такое? Что за подгрузки? Тут охрана. Лаборатория. То есть ты не умеешь так драться, как братишка, да? Ладно. Заметем следы. Так, теперь надо будет отцепить локомотив, это их отвлечет. Где он? А? Где груз для Брюстера? Трус. Эта леди, наверное, чисто по стелсу играет. Ну, я так думаю. Кто здесь? Ну, а как ты думаешь? Убийцы, предатели. Пора заняться поездом. Я иду, сэр Брюстер. То есть ножи он мне не вернул. Обидно. Привет, парни. Мне нравится. Быстро, красиво, эффективно. Привет, ребята. Опаснее, братцы. Куда опаснее? Пахнет, как стряпня Джейкоба.
зацепите локомотив. Каким макаром? Теперь я смогу пробраться в лабораторию. Это даже не смешно. Вот честно, глупость. Ладно, будем надеяться, что где-то там впереди, где-то там через часа два, мне откроется невероятный сюжет. Будь здесь. Смотри в оба. Ладно, что случится, я крикну. О как. Осмотримся сверху. Осторожность лишней не будет. А я хочу подраться. Не твое дело. Надо вернуть груз. Давайте, херачить, пацаны. Убью того, этот заметит. А если убью этого, никто не заметит. Спокойной ночи, малыши. Вот тут еще какой-то пацантре. Не успел. Или успел? Не, не успел. Нормально. Мне потребуется еще 2 недели. А какая шляпка прикольная. Ваши сомнительные дела уже начали привлекать ненужное внимание. Люси Торн. У вас и без того было достаточно времени, сэр Дэвид. Если честно, не думал, что вы ждете от меня каких-то трюков, будто я кокер-спаниель. Позвольте мне напомнить о вашем долге перед орденом. Мисс Торн, вы гоните меня, будто скаковую лошадь. Сэр Дэвид? Я вернусь завтра. Если вы не разберетесь с устройством, забудьте о лошадях и собаках. Станете кормом для волков. Удачи. Нормальная тема. А я думал, что это просто экскурсия, господа. Кто тебя послал? Это шпион Грина. Живо отведите его на допрос. А потом в лабораторию. Ага, в лабораторию, значит, да? Жаль его. Но отвлекаться нельзя. Да пофигу, господи. Shift плюс V плюс E. Полетели. Груз или мистер Старик урежет нам жалование. Они пусть носят. Ты следи. Что это? Что надо посмотреть? Давай я тебе на ремни пущу. Давай с ремнями там. Не, боевка крутая. Быстрая, ловкая. Что, у вас ножей нет, что ли? Обидно.
Давай, давай, давай. Изи. Там надо врагов, конечно, бочками убивать, но... Но у меня ножей нету. Ладно, пойдем. Ради прикола найдем нож. Это не то. Надо облутаться. Ну, раз уже так назойливо нам предлагают, почему бы и нет. Ага, трупы пропадают. Шикарно. Нет, там их слишком много. Ладно, пойдем выполнять задание. Насрать на это дерьмо. На эти дополнительные задания. Тут еще экспо какая-то, смотрите, капает там. 9 часов 25 минут. Ладно, пойду я. Ей сюда нельзя! Ой, да ладно. Давай, давай. Так, но почти. Я же говорил, что изи. Ей сюда нельзя! Нихера себе! Да, Рэгдолл тут, конечно, дерьмо. Но он всегда был таким в Assassin's Creed. Зачем ты бегать собрался-то? Дебил. Чё он такой большой-то? Ей сюда нельзя! Ой, давай не будем. ХПшка регенится? Какого чёрта? Судя по всему, да. Ладно, пойдём. Идем. Драки тут вообще изи. Там что-то есть. Где ее черти носят? Ну конечно же. А как туда залезть? По балкону, значит, давайте пройдемся, чё бы не. Вперёд! Чё-то там матерятся еще и с акцентом. А чё вообще сюда пришел? Я вообще-то должен был за этой мадамой идти. Благодарю вас. Я, знаете ли, попал в непростую ситуацию, но вы спасли меня. Где лаборатория? Пожалуйста. Развяжите меня, начнем переговоры. У меня нет времени. Живо говори. Она под землей. Понадобится ключ. Мой стащил один из охранников. Спасибо. А, пардон, а развязать меня?
Ты смог влезть в это, сможешь и выбраться. Я верю. Конечно, миледи. Думаю, я смогу вспомнить парочку старых трюков. Прекрасно. Ёбаный волшебник. Так, ну чё, какие есть варианты? Вообще не палевно, когда человек бегает по крышам. Сколько раз замечал. Хватай ее! Давай не будем. Честно. Что ты делаешь? Спрячь ключ, а то мисс Торн твои кишки на подвязке пустит. Может, заглянем вниз? Хочу посмотреть на артефакт. Тебе что, жить надоело? Вот он. Давай, пока. Ей сюда нельзя! Конечно же! Так кричать было не обязательно. Ну, конечно, мне сюда нельзя. Так, а как я влез-то сюда? Просто эта игра чем будет интересна? Вот именно этой эпохой. То есть киберпанк. Тут будет очень многое связано с механизмами. И это довольно интересная идея. То есть я там видел и крюки, и револьверы. Для Assassin's Creed это ново. Интересно же? Не знаю. Был бы у меня ключ, я бы... Сейчас я наведу порядок. Давай, поближе. Спасибо. Прыгни ты, ну, балбес. Точка входа куда? А, внутрь. Что еще? Больше ничего. Лучше работай. Не знаю. Тебе показалось, может быть? Там какая-то девка! Где? Господи Иисус. Кто знает, что случилось, а? Да откуда ж я знаю? Здесь посторонний. Да
Прекрати ты. Откуда ты знаешь? Ага! Ладно, идите в жопу. Давайте драться. Вот ты где? Ага! Да вот, я вот. Она под прицелом. Режь ее! Я тебя разорву! Хотя нет. Нарисованы точки входа вот здесь, вот. Но зачем? Ну, допустим, вошел я, да? В это здание и... Что, испугался? Или ты всегда прислушался как студень? Руки выше, дерись как мужчина! Заткни пасть и врежь ему! Давайте попробуем подняться наверх, я знаю. О-о-о! Еще одна точка входа. Ой, что-то я устал от этой игры уже. Не по мне она. Пока что капец просто, как скучно. Я не понимаю, что мы делаем, не понимаю зачем. С места в карьер... Ни обучение, ни сюжетные подоплеки. Я понимаю, что оно мне не нужно, да? А вот и вход в лабораторию Брюстера. Так отворяй. Лифт? Серьезно? Ну ладно. Поехали. Мать его так. Уже хотелось бы побыстрее закончить с этим первым взглядом. Я на месте. Получены навыки. Прокачка. О, серьезная прокачка. Двойное убийство сразу вкачаю. Ибо это очень полезная штука. Запас здоровья. Хорошо. Все, больше нет. Да, смешно. Нет, не подождет, черт, парни, смешно, блядь. Одинаковая анимация двойного убийства. Ладно. Mm.
Нет, да я вижу, что тут есть разнообразие этого паркура, то есть как можно подниматься на разнообразные уступы, как можно добираться к своим целям, но... Это я уже видел. Ебона мать, это чё такое? Это она. Генератор? А, не. Увеличьте напряжение. Частица Эдема. Возможно, нестабильность. Вы слышали, мисс Торн? Нам срочно нужны результаты. О, сейчас она ёбнет. Не, не ёбнет. Ну ладно. Боже, в синем свете эта штука просто прозрачна. Матерь Божья, я просто обязан отвезти этот артефакт в один. Почему? Это яблоко Бога, а не мисс Торн. Я покажу его людям. Дарвин будет уничтожен. А потом он бежит на Галапагосы к своим любимым зябликам. Мисс Торн и мистер Старик растерзают вас. Знаете, Рейнец, возможно, стоит... Видели женщину? Ей сюда нельзя! Сдохни! Шустрый девка! Задавите ее! Доктор! Поймаю! Давай, до свидания, доктор. Вот и пришло ваше время, Дэвид Брюстер. Но еще столько нужно исследовать. Не бойтесь. Господь примет меня. Я продолжу ваше дело. Вам не остановить старика. Мисс Торн нашла новую частицу Эдема, еще более могущественную. Я заберу и ее. Мы всегда сражаемся за то, что не взять с собой. Мы люди. Пока... Бредни абсолютные. Но ритуал выдержан. Надо выбираться отсюда. Валим. Потони, блин. На этот раз повезло. А чё, блин, надо такие найти спокойные? Выход. Ребятушки, чё вы такие спокойные все время? Такая даже не запыхалась, знаете? Убила человека, сбежала от непонятного и такая даже не запыхалась, типа, норм. Так, почти. Крыска. Охереть тут завал, конечно. Ну же! После Darksiders это не паркур. Точнее, это не паркур ассасина. Завершено, да? Угу. Ну ладно. Спасибо. То есть система вот этого вот сборной экипировки сохранилась. Что это за взрыв? Какой взрыв? Иви?
Частица Эдема взорвалась вместе с лабораторией. Это невероятная магическая железяка? Я потрясен. То, что ты не ценишь ее, еще не значит, что... Все прошло по плану, да? Небольшая проблема. Небольшая? Лаборатории конец. Джейкоб. О крушении поезда. О, как он мог? Жуть. Я был в поезде, когда он сошел с рельсов. Ебланчики. И я устранил цель. И Брюстер тоже мертв. Значит, все-таки удалось, несмотря на вас двоих. А как же Лондон? А что Лондон? Мы зря тратим время здесь. Но их наставник мне нравится. Вы не хуже меня знаете, что Лондон под властью тамплиеров уже сотню лет. Пока что они еще слишком сильны. Терпение. Они нашли еще частицу Эдема. Сэр Дэвид мертв. Они не смогут ее использовать. Совет даст нам указание. Уверен, их решение поддержал бы и ваш отец. Я буду дожидаться вас в Кроули. Терпение, Иви. А, кажется, я слышу шорох ускользающих возможностей. Так в чем же дело? Лондон ждет, пока его освободят. Забудь про Кроули. Но что бы сказал отец? О, отец. Ты можешь продолжить его дело в Лондоне. Освободить потомков от города под властью тамплиеров. Знаешь, Джейкоб Фрай, может, ты и прав. Сделаем это. Что-то я чувствую, ни к чему хорошему это не приведет. Вообще. Ubisoft представляет. Добро пожаловать. Assassin's Creed Syndicate. Ладно. Было очень непонятно, очень странно, но да ладно. Знаю, знаю. Ты только входишь во вкус от этого творения Абстерга. Но мне нужно связаться с Шоном и Ребеккой. Вряд ли стоит нападать на тамплиера. Окей. Доктор Грамматика. Ну же, Изабель, какой сюрприз. Наши друзья скоро придут сюда искать артефакт. Когда выясним, где он, дам вам знать. Отлично. Кровище. Рад был видеть. Кретин. Из-за таких, как вы, у нас, историков, дурная слава. Боюсь, сегодня у меня нет на вас времени, мистер Гастингс. Спасибо. Вы упростили мне задачу. О, Лерк. Твою мать. Да, паршиво. Коста. Старые мистер знакомые. Берг, агент Акоста. Прошу, разберитесь. Пошли. Старые знакомые. Поймать их! Ой, да ладно. Кого вы ловить-то собрались? Им нужно было только немного подождать. Чуть не сорвали нам всю операцию. Тебя синхронизируют с Джейкобом и Иви. Найди что-нибудь, что поможет нам взять реванш. И поспеши. На кону человеческие жизни. Удачи. Опять за Джейкоба. То есть, я так понял, мы будем играть за вот эту вот парочку близнецов. По крайней мере, пока что. Так как показывает опыт Assassin's Creed 3... Где-то 2 или 3 часа геймплея было проведено не за нашего основного персонажа. Поэтому, я думаю, и тут такое может быть. Но, дорогие друзья, пожалуй, на этом я и закончу. Уже 55-я минута пойдет. Всем спасибо, дорогие друзья, за просмотр. Сегодня мы с вами посмотрели Assassin's Creed Syndicate. Всем спасибо, всем пока. До новых видео!